Вот даже цифры, вот я говорю, насколько у нас государство образованное, даже цифры правильно написать не могут. Олег, ты сюда сторожа пристань. Да. Еще смайлик нарисуйте, да, зачеркните и смайлик нарисуйте, чтобы красиво было. В августе берете аренду согласно договору аренды, не согласно гарантийного письма, а согласно договору аренды. Что? Олег Александрович, меня зовут. Олег Александрович, вы находились здесь под гарантийным письмом. Ну, правильно. Вы обязаны были оплатить за аренду, потому что вы здесь согласно находились. Согласно договору аренды. Не согласно Все. Гарантийного письма. А теперь это конкурс. Подавайте в суд. Нет, конкурс. Подавайте прошу, в суд и выселяйте. Подавайте в суд и выселяйте в судебном Почему порядке. Почему вы должны подавать в суд? Когда потому это что вас не... Но, это ваше помещение. Я отказываюсь съезжать. Ну почему? Потому что согласно Гражданского кодекса Кыргызской Республики договор считается пролонгирован. Тогда любой житель может арендовать, а потом уже не выходить и сказать, это мое что ли? Нет, вы должны меня были в июне месяце выгнать. И не принимать арендную плату да. за помещение. Раз а вы приняли, взяли деньги. Нет, на каком основании вы взяли деньги? На основании договора, правильно? Если не на основании договора, то это уголовное дело. Не надо мне объяснять, подайте на меня Давайте в суд. Давайте действовать по закону. Мы не можем подать в суд со стороны ответчика. Мы не можем подать в суд. Придут судебные приставы и выселят нас. Можете подавать в суд? Да. Давайте. Если хочешь интересы защитить, ну подавай в суд. Вы же не согласны, что я не Нет, что ну, я стою видите. Здесь. Это Нет. вы не согласны, Нет. что мы вас Олег. Выселяем. Вы подавайте в суд. Вы не и согласны. Судитесь, вы не согласны, Давайте что освободите это здание. Да из товара на порядка там 1,5 миллиона сомов. Вот. Мы вложили все, что было, да. Мы со всех щелей вытащили эти деньги, да, занимали, перезанимали, до сих пор не рассчитались, с долгами работаем 2 года. При этом помогаем людям, да, и нас сейчас выселяют. Но с продуктами я даже не знаю.